Спитаменский район является одним из мельчайших районов Таджикистана, образованный 29 сентября 1926 года в составе Сагдийской области. 21 ноября 2003 года район переименован в Спитамен в честь сагдийского военачальника, руководителя восстания в Сагдине и Бактерии. До этого район носил имени Ноу, что было взято от имени районного центра поселка. Спитаменский район является в основном сельскохозяйственным регионом, где в основном выращивают хлопок и фрукты. В районе функционирует 500 дихканских хозяйств, 75 производственных кооперативов и 182 индивидуальных дихканских хозяйств. В этом прекрасном районе функционируют 10 промышленных предприятий, которые работают на местном сырье. Этот маленький район удивит своей красотой любого человека.